Как говорили римлянам спартанцы, Бог не выдаст, бык не съест. Понимаешь? Бык не съест. Думаю, ты можешь изменить концовку этой поговорки. Да, ладно, и так неплохо. Мой старый друг Сириус живет в следующей деревне. Я задержусь на минуту. Надо бы его поприветствовать. Я скоро вернусь. Габриэль, иди вперед. Я тебя догоню. Хорошо. Что-то здесь не так.